Здесь же, здесь. Так, тоже заходит. Кирс тоже заходит. Путь тоже. Жмите сумон. Что там, Вага, поставил сложность? Лёш, может не сразу на Адмиральского креста зайти? Зачем? У него не нужен купол. Там купол туда сидит. Плохой аурой нет. Тут главное два куска. Где два куска есть, этого достаточно. Купол это. Не, пожалуйста, я не настаиваю, я просто предложу. Нахер мне эта панда ебучая. Вот не надо на план. План ты имеешь. Вот именно, я тоже буду плагин и панду делать. Видишь, бунтер делает. Прям в сердце сразу. Ну давай, давай кикни меня еще из рейда. Пандарейка паладин, знаешь, какая красивая? Нет, у панды жоп клевая, но на пол экрана, понимаешь? Эх, я бы тебе шлины поскидал бы. Я с собой играю, ак. Вообще по барабану. То, что ты с собой играешь, это вот вообще тебя не красит, прикинь. Я думал, девушкам соло нравится. Что-то делаю не так. Знаешь, что девушкам нравится. Кто тебе сказал такую глупость? Про товары. Проверка. О, да, вот про товары это прям был бы член, он бы встал. Заходите вы, сложно. Это ты сейчас намекнул, что если про товары геи или что? Можно? Или детичек? Давайте активнее, быстрее сделаем пул, блядь, быстрее разойдемся. Давай, может, пока Дозрон не видит это, и выйдем, убьем его по шурику, да разойдемся. А куда Собик делся? Настя, нажми сумон быстрей. Не знаю, куда он есть. Бля, мост свой. Что? Я слишком пошел. Пошел. Ну, я не знаю, куда он делся, но доступ есть. Ладно, снимешь им? Ты его на замену отправил, что ли? Не, он левный просто. Кто? Короче, снимешь ему ЕП-шку, начислишь 250. Да он хотел его, а может он просто не услышал, что сейчас око. Я сейчас ему его напишу в диск. А кто уж? Все, поехали. Давай. Вроде пару силов есть. А можно сапрот не пить на бой? Нужно. Выпейте, плиз, один раз переведем. Блять, спасибо. Долорес, блять, сюда иди. Ну ты за текстуру забежал, я хотел тебе кинуть это. Там лютые милики ебашут. Да нет, из-за текстуры, блин. Я бы успел. Смотри, бездна умирает. Не, ну это вообще тут без вариант. А, ну парада. Парадом, да. Он сейчас зайдет. Просто ваншот, ванкил. Параду скажи правильно, а то сейчас забежит, там психик скрим нажмет, сагрится трэш лишний, да, лучше. Все продумано. Маги, они интеллект бахают, между прочим. Вот еще один ШП под контролем. Сейчас скрим даст, быстро убить его. Ага. Не благодари. Я в тучке был. Какой мерзкий звук. Тут, вот это. Блядь, твою тучку бы, знаешь, разорвали и вообще бы глазом не моргнули. Вот товар был. Зрители только может разорвать и все. Это товар еще.
чё, ступор произошел? Совпал, что ли, дать, чтобы поактивнее был? Интересно, если встать за текстуру от прорицателя, он тебя сможет он как? А, Карину, Карину! Молодцы. Самый быстрый хулипал на Диком Западе. Я такой блуждающий дух кастовать начал. А там автоматом типа бабл протянул. Я даже глыбу выпустить не успел. Или нет? Или у тебя бабл стоит на единичке, ты его сразу вжал. По непонятной ситуации жму бабл. Понял. Макрос на Бабл ХС есть? Не, ну я кого-то успел трицарик зарядить. Кого-то его даже не хочу. Ого, как блядь. Блядь, еще один паладин. У него блок ушел, как на гидросе. Трицарка из 91 как-то, ну, блядь. Их розовых убирает. Один на имба. Зато про товаров девушки любят. Кто тебе такое сказал? Девушки с членами. Блять, Мэрик. Было очень веское замечание про девушек с членами, кстати, подтверждаю. На что тут у тебя про член уже второй раз ты тут. А это день сегодня такой, видишь? А наболевшим, наверное. День члена? Да, болит. У девушек. Милики, отойдите. Че, хп там не тонули, мы? Меньше 50 лямов. Ты прикинь, когда его нерфанут, ну его же еще больше нерфанут в плане. Его после киллажа он написал то, что он, ну, будут нерфить и снимать эти награду. Не? Или в каждом нерфом награда будет падать. Если не убьют сейчас, значит получат сотню. Не, точнее, если не убьют, его нерфанут, и будет уже награда не 100, а 80 или 50. Понял. Ну хорошо, что потом его скипать можно будет. После, ну, после первого убийства. Да блин, убить бы его. И вообще Келли бы убить, там такие шмотки сладкие тут. Вот и надо Келли, типа. Что, как пугам до Личева больше. Вы Личева больше, да, еще не убили в героике? Про ХМ-ку уже можно молчать, да? Ты с какой целью интересуешься? Лага, вы лучше друг друга разглядите. Да не, легко, тут товар сейчас даст. На самом деле первая фаза легкая, вторая тоже. Просто, блядь, контролировать. Смотри, как бы сова тебя не отлюбила. Она все-таки большая. Знаешь, вот у воина цвет коричневый. Смекаешь? Это говорит о суровости его характера. В смысле? У воина цвет серый, это у друида коричневый. У друида оранжевый. Это ты коричневый. Ты шо куришь?
часов, да? Ранее. Блять, заберите, сука. Ники какие-то, слышите? Это от ника зависит, коричневый он или оранжевый. Ебать, охра. Это кто тут этот художник? Оранжевый у шаманов на мини-иконке. Карин, у тебя все в порядке? В смысле? Да нет, все нормально, Карин. Охра, это цвет такой. Шаманы зеленые. Это типа, знаешь, такой оранжевый с оттенком говна. Хорош. Вот это охра. Ты этим, короче, дизайнером, походу, девка работает, я... да? Да нет, типа, у меня класс был там, в начальной школе. Вам говорит, шифонер, блядь, какого цвета? Ну, можно оранжевый с оттенком говна. У шамана на мини-иконке, который в гильдии. Че, все здесь? Рыбу ставлю. Так, вот танк. Народ на дисплее. Талат первый, я второй. Лойд третий, дальше. Вагоном тактику. Слушай, выбегайте, все будет. Еще. После каста, смотри, там будет каст у Алара. Нужно будет перебегать. Нет, после каста. Кирс, оставайся в хиле, давай лучше, пускай будет похуя похило. Будем вайпаться из-за непрохила. Так. Да, а чё с лобби куда, говорить. Типа, написали, а он на замене сидит? Так, метку ставлю. Я это, не умею ловушку кидать, я мажу. Я мази, меткости ноль. Так ты ловушку не кидай, ты трап кидай. Казум Делорус контроль. Гена тоже. Войд контроль. Создава контроль. Бля, корнями что ли? Не надо, да. Не надо. Не, у нас два лока. Ну, два лока, так это мало. Ну так я говорю, что это мало, поэтому корни. Ну, а корни... Блядь, ладно. Диспелит монород. Диспелит монород. А у маргинала разве нету доступа? Нету. Дальше. Mm-hmm. Короче, на ближнем круге по хилам. Холипал, Полина. Эмир, твои корни хуйня, не надо. Холипал, Полина, Кирс. В дальнем круге Ванхель, Настя, Мос. Втроем. Сразу дальше. Мне объясните, что у вас тут мало. Короче, становишься там, где Мос. Становишься там, где Мос на дальнем круге. Пошел каст. Большой на боссе. За 2 секунды до окончания каста перебегаешь вперед. За тобой появляются лужи. Это вся пера. Больше ничего знать. Там, по поводу слития мобов, тролль. И просто хилишь. Сапроты обязательно выпейте, да и про... У меня сапрота нет. Еня и Витя. Эдвард готов. Эдвард, это квест. Эх, давай, качунь. Что тебе дать квест? ГП ему дай для продвижения. О, рыбу поел. Понял. Сдавайте, рыбу надо есть. По аура. Кого? Я готова. Напишите. К чему, Полина? Я готова, ребят. Этот, Миша, пикнись во фроста. Полегче будет в разы. Короче, ладно, хуй с ним. Так надо было анкилу оставить во фросте, Фарада поесть. Давайте не обосрёмся. Это будет красивая победа. Кто мой танк? Лёха, если помощь нужна, говори. Окей. Поехали. Мажем. Нет. Пустите. Геру, давайте. Поехали. Геру, блядь.
все перейдут. Хорошо. Готовимся. Перебежали. Я забрал. Меньше пробивает чуть-чуть. Сила просто. Все, убираю. Еще простою, не надо. Блять, назад. Иди, иди пока притяни первого. Еще два можно сливать, забирать. Могу забрать. Не надо. Так. Он только забрал. Еще тех могут тоже отпускать. Что меньше урона, да? Что-то вообще не попадает, что ли? А зачем вы контролите? Контролите, это удивление. Корни уберите. Там корни. Ладно, заберите. Забирай. Забирай этого. Каст, перебежали. Сейчас один моб плюс. И выбей. И чё там? Давай. Отводи вот. Высоко. Иди, контроль. Води. Два моба законтролили, два. Три. Ничего страшного. Идут. Все, нормально. Пускай эти идут. Так. Сейчас, босс. Служи, служи, служи. Дайте по ланчу. Убирай. Секунду. Девка в луже. Два хотел. Все, отпускай. Сейчас могу будет. Кролем. Скажешь. Грёбаные текстуры, когда они починят. Дал ты 4 зуба. 3 заходит. Кастует. Выведи. Могу добрать. Жена НПМ... Ай... Как удержу? Выбираю. Хули меньше бьет. Поднимайте Сердвара. Раздавака встать будет? Тихо. Раздавака будет встать? Каску под друидом. Друидом. Сдавался. Контроль. У меня БР, если что. Речка. Контроль еще дайте. Своди. Все, пускай два могут. Все. Да ладно, что не встань? Встань где-нибудь, примерно. И Нарванхилю можно?
отпустите. Так, могу забрать. Дал на ману. Даю тоже на ману. Так. Пускай доходят, не трогай. Хил. Активнее, активнее по боссу. Скоро береса уже будет. Веди. Т4 есть, конечно, будет. Стоит сакру, ага. Иду сразу. Сколько там процентов? 12. Боже, давайте, давайте, надо до следующего круга. Этот, подводи. Вот так родил. Не контроль. Блять, успеем до следующего? Успеем, хуярить. 1%. Приход там выпить. Не успели. Перевели. И мобов нет. Отлично. Наверх поднимаемся, все возле первого финика. Как обычно. Я на последний. Ладно. Уже на месте. С Монорота кто диспелит? Хилы как ставил, там на второй. Я заберу с Монорота. Этот сам Настя. Ой, блядь, Настя, мост на последнюю платформу. Кават, сесть на последнюю платформу, я рейд видел. Ага. Этот, дальше... Кто там? Скир, сместись на третью платформу. Первую платформу, бьем Феникс. Каст Феникса пошел. Усталость. Смотрите за костом босс. Будет рассеянность вторая. Рассеянность. У меня ярость. Первую усталость. Ставьте каст. Каст. У меня уровень угрозы. Хильте выйду, маля. Выбегайте. Сразу одно пути на ход. Этот мобов сразу контрольте, локи, банит. Короче, по максимуму мобов, что стояли на станы, пока я не дом. И войд вместе даже. Тянуть, да? Каст. Нет, не притягиваешь, даешь, короче, оковы, блюк, даешь. Есть прожимка, короче. Кто там, Кирс, отойди, что тут есть? Да, офигенно, кто там под Кирс? Откинул прям к боссу почти всех. Тут какой-то. Жумен. Нахуя? Сова или кто? Волной прям всех к боссу. Это было эпично прям. А, я понял. Ну у тебя дебаф на агро был. Короче, урона мало, блять, вообще. Масса сильно пробивала. Да вообще меня не пробивало. И меня. Я вот поэтому у Мосса и спрашиваю, рядом стоял Хилли. Короче, все то, что на первой фазе, переходит на вторую фазу, тупо. Ну что, вообще легко. Ну да. И танков пробивают, захиливается рейд быстро. А если просто смотреть за агро, и когда сжать этот щиток, вообще... Ну, я просто рейд охуел. Я даже автоатакой не бил, чтоб лишние стаки не набивались. Жмен просто дров в костер подкинул. Сколько первому? Там у него, по-моему, 30% осталось. 30% осталось? Вроде бы, я не помню. Да нет, ты чё? Нет, больше! Где 30%? Давай, сколько? 40+. Ну, то есть там половину... много было, много хп у него, мало сняли. Мы на первых же птицах умерли. Половину снесли хоть? Нет. Нет. Хотя тут можно посмотреть. Что там? Ах, короче. Ну типа 126 тысяч. Мы снесли примерно 10
Примерно 10 лямов мы снесли. Плюс-минус, да, так на скидку. Что это, блядь? Больше. Точно не больше. Вот смотри, Вага только 2 ляма почти снес. Блять, ну. Ты, Делориус 1 лям. Потом Артемия лям. Общий, смотри, 126 лямов. У Алара 116. То есть максимум 10 лямов. Короче, грубо говоря, половину слили. Да? Где-то так. Ну я говорю же, максимум 10 лям. Блядь, потому что нужно, трэш и так далее. Парада, блядь. А, ну да. Меня не ебёт, да. Мне здесь на вторую фазу нужен. Чтобы мобы, блядь, стояли в контроле. Просто надо фрост. Пусть они починят текстуру лучше. Сколько Blizzard дает? Просто смотри. Замедла. Что будет заключаться. Там мобы будут плавкой, блядь. Да? Бля, давай на туре, типа, через Blizzard и там две совы просто. И прям кайтить их, я не знаю, прям до усрачки. Ну, сейчас эти мелкие фениксы танков не бьют. Если вы заметили, танков особо хилит даже нет. Нам хватит, Лёх, одного хила на двоих даже. Да, нам даже одного хила на двоих. Что? Мне кажется, неплохая идея, говорю, там, две совы и Blizzard. Это, Лёха... Подскажи, пожалуйста, тактику на второй фазе. Это потом я... Короче, я просто не знаю, что урод я посмотрел, блядь, все. Это, все заебись, начисли 200 ЕПшки. Пулы и поехали. И хватит. Я просто хотел посмотреть урон. Блядь, идти убивать босса надо. Не знаю, какой хотите. Еще, короче, фиром скидывает вниз. А что рыбу поставил кто? Там фир его и на фире надо отворачиваться от феникса. Ну это усталость, которую кастует он фир. Да, вот он фир скидывает вниз, вот меня скинуло. Пианист, все? Да. Все, всем пока. Есть такой, такая херня есть, крик феникса. Вот на этой херне, ну... Просто отвернуться, как на джайне от катализатора. Эфира не будет. Парад, дай портал, пожалуйста. А он такой АУЕ, зону кастует, может быть выбегать надо. Это, просто... ребята, через 10 минут покурите, там чай попейте, РС-кобычку собираю. Ты тут, Эдуард?